Всем привет, с вами Форник, и сегодня мы с вами играем в Horror игру под названием Телепузики. Итак, ну, сегодня у нас в гостях Мультигейм Шоу и Мейден. Ну что, поехали? Поехали. Ой, скрин. Я эту нашел, я эту кастрюлю нашел. Я тоже за тобой бегу, распрыжкой. Ох, все. О, вот эта музыка пошла. Что, мы боимся кого-то, что ли? Я забыл Shift нажать. Обгоняем всех, короче. А, тут Shift еще есть, кстати. А, вот еще миска есть одна. Я миску нашел, блин. Вот здесь, да. Я тоже не боюсь. Так, пошлите прямо, пошлите. Пошли. Ой, это уход такие звуки. Кто первый идет, кстати? Кто первый идет? Я первый иду. Так, я... Фак. Не дай бог кому. Начали вечер играть. Стоп. Нет, они идут. Они идут. Короче, я один тут был. Может, разделимся и сдохнем. Нет, спасибо. Не надо, я один раз разделился с ними, и меня чуть не убили. Так тебя как бы убили. Один раз, когда я играл с кем-то. Ой, что там такое? Я бежал тоже, что-то разделились. Ой-ой-ой. Я прятался, короче, в лесу там где-то там. Бегал тоже. Вот где-то, кстати, здесь давно это. Кастрюлет лежит тоже. Вот где-то здесь, где-то здесь. Да, она у дороги должна лежать. Я пошел, короче. Эх, ой, опять. Ой-ой. Меня вырвет сейчас. За нами бегут? Нет, за нами. Блин, 25-м кадром вылетает, блин, она пугает жестко. Так, куда вы бежите-то, не пугайте. Да вы только не разбегаете. Кто там бежит? Убежал кто-то. О, я первый. Не убегайте далеко, а то хер знает. А теперь вторая. О, блин. Тут видимость плохая очень. Кстати, да. О, тут пляж. Вот здесь сейчас, я помню, тут должно... Во. И здесь пляж. Вон там, дальше, ребят, дальше, вот сюда иди. Да, вот. А то дерево, трупак сейчас. Да, трупак. О, господи, я убежал. Ой-ой-ой! Подождите, я убежал, я не в ту сторону побежал. Мудак, пока. Где сзади? Блин. А, сзади бегу! Бегите, глупцы! Они бегут, они за мной. Вы где? Пацаны, вы где? Я убежал куда-то, я не знаю, где за мной вроде... Где? Я тоже на солнце иду. Ой, я бегу к тебе. Я, короче, к пляжу, наверное, вылезу. Кто сейчас мимо меня пробежающий, не видел, не понял. Я не знаю, кто, где, когда, почему, зачем. Я бегу к солнцу. Я тут вообще заблудился, никого не вижу, ничего не вижу. За мной эти фиолетовые бегут. Пингвин. Пикемон, да, пикемон. Я миску нашел. Я тоже. 6 минут. Девы нигеры. Бегут со мной. Трое. Я, короче, ничего не знаю. Вот я назад. Я прям за синим бегу. Они кричат. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже мой. Ой. Я обосрал, короче, я бегу. Ой, я чувака вижу, стой, чувак, я сзади тебя. Ты сзади меня бежишь? Я не знаю, кто это, потрапить. Ну вот, это ты, да. Беги. Ты. Ух ты, я нашел. Миска, тут миска. У меня 7 мисок. Я тоже нашел миску. Ну, я не знаю, где вы. Идите к скалам, а? К скалам. Сам иди к скалам, а не сзади нас. Ааа, стой! Он за мной бежит! Я бегу! Опять этот данный лицо мне уже раздражает. Он сзади тебя бежит, чувак, он прям близко. Я знаю! Он близко, я не оборачивай. Я знаю, что я обернусь и сдохну! Я сейчас сдох, наконец, хосту! Близ, не убегай. Сдох, что ли? Беги, нет, не сдох. Я приму удар на себя. Не, я живой, я на какой-то стою сейчас на какой-то поляне, никого не вижу. Тут просто так. Прям, знаешь, он миллиметр, прям вообще на метр. Я так знаю, что так случится, все разбегутся, я останусь один, буду бегать в этом лесу. Вот из-за этого мы тебя и позвали. Почему он за мной-то бежит? Я сейчас смотрю, перевернусь и бог. Я сейчас, кстати, тоже от кого-то. Не, он прямо за тобой. О, я вышел к морю. Я тоже тут. Ты где?
Не оборачивайся. Он да прямо. Я пытаюсь. Он прямо за тобой. Он вообще прямо за тобой. Я тебе говорю, серьезно. Прямо. За мной тоже бежит. Она орет, она орет.